5 октября в Императорском зале Казанского федерального университета прошла торжественная встреча с аспирантами первого года обучения. Перед молодыми исследователями открывается новая дорога, которую они выбрали самостоятельно. Аспирантура – ступень образования, по окончанию которой можно стать кандидатом наук. Еще совсем недавно все они были рядовыми, но амбициозными студентами. Теперь на их плечи ложится большая ответственность за свое будущее. С торжественной речью выступил первый проректор. Проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский, который поздравил молодых аспирантов с их профессиональным выбором и пожелал успехов в дальнейшем написании диссертации. Мы открываем программу обучения по аспирантуре. Сегодня здесь присутствуют те, кто в этом году поступил на обучение в аспирантуру Казанского федерального университета. В Казанском университете обучение ведется по 108 научным специальностям. Это очень большое количество, которое затрагивает практически все области знания. И вы стали частью большого научного коллектива. Я когда изначально поступала на химический институт, я уже думала о том, что буду заниматься наукой. Но я сомневалась в направлении, и на третьем курсе я определилась, что буду заниматься органической химией. И дальше у меня уже не вставало вопросов об аспирантуре, и я четко решила, что точно стану аспирантом. Что и случилось после окончания специалитета, подала документы, сдала экзамены, и вот я здесь. Для аспирантов в Казанском федеральном университете создаются все условия для их качественного образования. Во время учебы большое внимание отдают именно развитию профессиональных навыков. Появится новый круг общения с экспертами и мастерами своего дела. Пожелал успехов в учебе и директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов. Сейчас у вас должна быть мечта, чтобы быстренько отработать и свою первую профессиональную работу защитить. Начнем быстрее защитить кандидатскую диссертацию, тем быстрее вы можете выйти на докторскую диссертацию. Более того, работая над кандидатом, вы можете сделать огромный задел уже в своей будущей докторской. Ну и, наконец, вы – это те, кто будет потом преподавать, кто будет нести славу Казанского федерального университета. Далее в Императорском зале Казанского федерального университета прошло и вручение дипломов об окончании образования аспирантам-выпускникам. Первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский, поздравил аспирантов с окончанием учебы и отметил, что вузу нужны такие квалифицированные специалисты. Директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский акцентировал внимание выпускников на ответственность по отношению к будущей научной деятельности. В аспирантуру я давно на самом деле хотел поступить, еще, получается, будучи студентом. Успешно поступил, отучился, защитился на год раньше, получается, до окончания аспирантуры. Устроился преподавателем на кафедру, поэтому аспирантура очень многое дала. Казанский федеральный университет готовит специалистов разных направлений. Выпускники используют все полученные знания для достижения карьерных высот, а работают в престижных научных и образовательных организациях. Николай Осуховский, Александр Кузнецов, Универньюз.